тобой начинать. Давай. Сейчас. Сейчас мы будем выращивать грибы, шампиньоны. В сборе есть вот, так, вот такой вот ящик с землей. Лейка. Грабельки и две лопатки. Шикалка. И градусник. А? Для чего? Чтобы измерять температуру. Чтобы измерять температуру земли. Земли. Угу. Сейчас мы. Сейчас мы открываем ящик. И что дальше? Достаем. А это торф. Торф. А сейчас мы пошли за ножницами, чтобы открыть торф. Сейчас принесем. Да, ну это... Потом мы разрыхляем слегка землю и делаем вот такую горку. Вот что у нас получилось. Вот таким образом. Потом кладем туда эти... Торф. Кусочками, да? Кусочками. Не приминаем пока. Кладите. Такой кусок. Ну, поменьше сделаем. Вот такой? Разломи его пополам. Кусочками кладите. А нужно весь? Весь кладите. Много. Запах просто обалденный. Чем пахнет? Грибами ж. Ну и как там успехи? Ой, у нас запах какой тут, дедушка. Да? А где грибы-то? Вырасти. Их же надо вырастить, так, дедушка. А споры там? Да. Там? А запах какой-то специфический. Грибница. Вот. Понюхай, дедушка, чем пахнет? Грибами. Угу, точно. Давай. Да. Только на пол не роняйте. Хорошо, ура. Дед, мы записываем. Потом пропылесосим. Конечно. Его много. Мы почти все заделали. О, молодцы какие. Это что? Много там еще торфа? Это что? Да, тут еще очень много торфа. Надо весь вот таким образом. Комочками, да, такими? Таким вот комочком. Не надо землю прижимать. Ничего страшного. Прижимать. Прижимать пока ничего не надо. Много еще? Много. Вот столько. Давайте. Надо весь разложить, чтобы... Да. Весь. Через недельку у нас появятся грибы, ну или меньше. Ну, может, больше? Вот таким образом мы разложили торф. Теперь вставляем в серединку градусник. Теперь нам нужно померить температуру. Сколько? 30. У нас должна она быть 26. Ой, 24 градуса. Там кто-то пошел. Итак, прошло немного времени, и мы смотрим на градусник. Температура у нас хорошая. 24. У нас хорошая. 24. И теперь мы оставляем в открытом виде. В открытом виде, в таком вот виде на 2 часа. Итак, прошло 2 часа, и сейчас мы будем поливать наши будущие грибы. Сюда.
Вместе. Температура должна быть 24-26. И еще через 2 дня. Будем дальше. Сегодня 4-й день. К сожалению, нашего самого главного гриболова, как мы его называем, нет. Сегодня в качестве ведущего выступает наша киска. Самое место, которое мы нашли, где у нас получается установить температуру 24-26 градусов, это вот здесь, за телевизором, у батареи. Батарея не слишком горячая, поэтому температура здесь как раз у нас держится 24-26 градусов. Не знаю, возможно, здесь света маловато, но это понятно, конечно, что маловато. Но во всяком случае, здесь место, где можно соблюдать температуру. Теперь я не знаю, возможно, в инструкции не написано, что надо поливать в этот, на 4-й день, но я все-таки рискну и вылью сюда опять пшикалку полную, как мой внук говорит. А дальше будем делать все как по инструкции. Ну вот, я все-таки отошла немножко от инструкции и полила на 4-й день. Не знаю, правильно или нет. Теперь мы вытаскиваем градусник. Дальше пока все по инструкции делаем. Так, температура у нас 24 градуса. Кстати, нужно уточнять, что после полива всегда уменьшается температура градуса на 1-2 где-то уменьшается. Даже если температура воды где-то комнатная температура. Стоял у нас рядом с ящиком пшикалка наша. Так, ну что, теперь смотрим дальше, что мы делаем. Осторожно рыхлим, как написано по инструкции. Возможно, это так. Так, осторожно рыхлим. Рыхлим, 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 вроде как все. Ну, не знаю, насколько. Вроде как хватит. Так, ну вот. Теперь нам нужно закрыть крышкой. Кстати, где у нас крышка? Крышка у нас там, где мы храним. Стояла у нас наша земля. Берем крышку и закрываем. Закрываем. Ну и так как ванная у нас холодное место, мы ставим на то же самое место батареи, но сверху закрываем, чтобы не было света. Получается у нас как по инструкции, подальше от света в теплое место. И оставляем на 7 дней. Сегодня у нас 10-й день. На 8-й день я посмотрела. Мне показалось, что все-таки еще маловато пушинок. Так что сейчас мы открываем. Открываем крышку. Так, ну вот уже побольше стало. Побольше, побольше. Вот какие пушинки, пушинки. Пух, пух, пух. Плесень.
Или грибницами, цели, как еще можно назвать. Тут вот мы тоже заглядывали, вот тут вот у нас там тоже есть под камушками, под комочками, поэтому мы оставляем так. Теперь мы следуем дальше инструкции. По инструкции у нас получается, мы должны, значит, что мы должны дальше сделать? Полить очень холодной водой из распылителя, опрыскать и помахать над ящиком крышкой. Сейчас мы польем очень холодной водой. Сделаем холодно. Не знаю, сколько надо, но чуть-чуть. Я думаю, так не очень много. Наверное, достаточно все-таки. Так, помашем крышкой. Сделаем ветер. В общем, охладили. Так. Ну все, теперь ставим на лоджию. Уносим на лоджию. Да, кстати, температура была. Про что я забыла сказать? Температура была вот такая. 27, по-моему, если я не ошибаюсь, грунта. Ну, теперь будем охлаждать. Все. Прошло 2 дня. Настояли наши грибочки будущие на балконе, на лоджии. Температуру мы снизили до 12 градусов. Да, до 12 градусов. Вот такая у нас уже. Возвращаем их в тепло. Бедненькие наши. Польем сейчас. Так, луж нету? Нету. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Не знаю. Ну, вроде так ничего. Ну что, возвращаемся. Ставим теперь в тепло. Пусть у нас стоят. И продолжаем дальше выращивать наши грибочки. Итак, прошла неделя, как мы их поставили в тепло. И теперь вот такие, вот уже начали появляться. Вот мы уже начали появляться такие маленькие шампиньончики, как горошинки. Такой самый большой. Еще завтра мы их польем и поставим на ней еще на неделю. Посмотрим, что будет через неделю. И вот прошла неделя. Ой, вот прошла ночь. И вот посмотрите, какая большая разница. Вчера были такими крохотными, а сейчас во какими стали. Сейчас мы убираем градусник. Температура у нас хорошая. Сейчас мы польем и оставим на неделю. Будем смотреть каждый день. Будем смотреть каждый день, что у нас получится. Особенно большие очень, да?
мы их оставляем на неделю. Что? Проросла. Итак, 2 декабря у нас проросла грибница. И вот мы смотрим на наш уже... Прошло 16 дней. И вот мы смотрим на наши грибы. Ну, пока еще первые грибы. Да, сегодня мы будем снимать вот этот гриб. Да, у нас, похоже, дома просто очень сухо. И поэтому... жарко, поэтому такая шляпка. Мы так думаем, что это поэтому. Да. Мы его сейчас снимем. А еще вот такой маленький. Такой. Ну, красивенький. Его уже можно. Ну не маленький. Ну, уже хорошенький. Ну, давай. Как его надо выкручивать? 2 пальца под шляпку вот так. И аккуратненько. Так. Ну, сначала. И выкручиваем. Вот! Смотрите, какой грибок. Красота! Тяжеленький, нет? Тяжеленький. Мы его взвесим, потом скажем, сколько он весит. Да. Все? И вот уже какой. Все. Можно. Ну? И вот прошел часик, и мы сейчас будем выкручивать второй уже гриб. Давай. Как? Вот так? Да, аккуратненько. Так? По часовой стрелке. Давай, да. Вот. Так? Вот. Видите, вот так? Да. Вот такой шампиньончик. Ой, какие маленькие. Смотри. Маленький такой. Красивый. Бабушка, смотри, а вот этот уже подрос. Уже первый урожай. Все. Сошли взвешивать? И вот прошла неделя, и мы смотрим на наши грибы. Я сейчас я выкручу штучек 5. Очень хочется. Да. Берем. Ой. Давай, давай, ничего страшного. 4. Они срослись. Смотри. Покажи. 4 штучки срослось. Угу. Ну, нормально. Зато там вот, смотри, еще маленькие. Теперь у них есть место. Они, наверное, полезут теперь. Может, расти у нас. Вот этот? Давай, смотри, еще большие какие. Вот этот, что ли. Они очень тесно растут. Угу. Поэтому их... Дед, смотри. О, да. Надо было бы это самое, пакетик что ли принести вам? Ну, что-нибудь, да. Вот! Что-нибудь. Двойные. Угу. Ой. Вот. Такой. Доволен? Да. Сейчас дед пакетик принесет. Давай посмотрим, есть тут еще. Он зато там маленький еще раз, тут там им место есть теперь расти. О, как у него шляпка. Витюха, как он задавил. Раз, 2, 3, 4, 5. 5 грибов. Ну, давай. Давай. Еще снимай. Вот этот, мешает, вот смотри, вот этот. Эти большие, вот этот, смотри, вот этот. Посмотри. Да, не знаю, правда, как его. Ну, попробуй. Да. Попробуй. Снимутся все, значит, снимешь все. Ничего страшного.
будет урожай. Ну как, только вместе, да? О! Давай, я положу. Во! Не гнилые. Так. О! Вот этот, снимай его. Все, он помог. Да. Вот. Давай. Еле-еле держался. Ага. Может, и эти уже снимем? Да, я тоже так думаю, вот эти тоже снимем. Снимай, смотри, маленькие. Четыре. Пускай маленькие лучше, вон, смотри, будет расти. У меня вот снимай, эти. Снимай эти уж. Им места нет. Давай. Там маленькие растут. Я буду ложить в это. Ага. Вот, смотри, сколько там еще маленьких. Пускай маленькие растут, да. Вон, теперь вот здесь смотри. Где? Вот эти два вон. Вот я тебе. Тоже большие. Вот. Вон уже сколько. И мы их положим в морозилку. Угу. Ой. Бобру, да. Они скрепились, ну, смотрите. Ничего страшного. Алло. Снимаю. Вот. Какие два красивых, да? Ну, что еще? Посмотри, какие еще. Вот этот я снял бы, шел. Вот этот тоже надо. Какой? Этот тоже можно. Да? И вот этот все, серединку. Давай. Элис. Ну ничего страшного. Сколько маленьких. Вон там еще, смотри, какие маленькие лезут. Так что выйдет еще. Вот этот я бы снял его. Он не самый, то самые грибы. Так. Нормально, красиво. Алло. Да, вот этот, может, снимем еще. Они, что-то у нас так получилось, большой. Что они растут в этой... Просто очень много. Вон. И эти скрепленные. Да, снимай, вон, мелких еще много ползут. Нужно и мелким дорогу. Дадим взрослой жизни. У нас будет свой эксперимент. Нужно и мелким дать дорогу. Да. Угу. Нужно. Это не майский гриб случайно. Да. Какой майский гриб? Ты что это самое? Почему не майский? Сказала, я бы не взял. Знаю. На майский гриб. Угу. Семейка. Ну ладно, давай тогда. Ага. Семейка развалилась. Ой, они тоже скрепы. Дима в Питере. Она на совещании была. Сейчас идет за. Вот я говорю, телефон не берет. Вот. Не звонит. Да. Клади его тот, снимай еще и все. А это пускай не надо. Не, нормально. Ну давай, один от тот оставим, пускай. Два оставим. Да. Ну вот эти оставляем маленькие. Маленькие. И вот сколько я сейчас грибочков собрал. Ну, урожай, сейчас весим. Да? Пошли взвешивать. А вот эти пусть растут. А тут посмотрим, что дальше будет. Эксперимент у нас будет, да? Ну, вот я думаю, тоже можно будет через несколько дней. Да, я тоже так думаю. Ну, все. Да. Растите дальше.